ну, классика. Пауза на заправке. Чашка кофе. Осталось-то каких-то всего лишь 150 километров. Ну, по обычной дороге. То есть, я просто думаю, кемпинг или... или какой-то пансион найти, какой-то как отель найти, потому что и в душ надо, на в этом кемпинге был плохой душ, и надо много чего посмотреть еще, интернет мне нужно, и электричество, чтобы зарядить технику, все. Я заряжаю во время пути, но этого, наверное, не хватает.